1000 человек в этом году получат стипендию главы республики за особую творческую устремленность. Сегодня в Театре кукол вручали свидетельства. Юлия Важенина подробнее. Самые активные студенты нашей республики. Победители олимпиад, медалисты спортивных соревнований, призеры творческих конкурсов, особенно одаренные учащиеся СУЗов и вузов Чувашии. Каждый из них получил сертификат специальной стипендии главы республики. Сегодня день российского студенчества. И есть в этом празднике символизм в том, что будущее любой страны зависит от молодежи. Какая она будет креативная, какая она будет творческая. Я уверен, что молодежь Чувашия – это вы, за вами будущее, и правительство Чувашской Республики вас верит. На торжественном вручении студенты показали самые яркие номера в трех жанрах – танцы, вокал, художественное слово. Почти 1800 молодых людей представили свои портфолио на соискание стипендии. В числе финалистов – студентка химико-механического техникума Дарья Семенова. В этом году Даша открыла для себя кукольное искусство. Я рассказывала как бы борьбу двух противоположных черт людей – доброту и зло, любовь и измену. И о том, что все эти черты есть в каждой женщине. Это хобби, но я не могу без этого жить. Все-таки думаю, как когда-нибудь поступить в театр. Елена Иванова учит детей танцевать вот уже 10 лет. До этого почти столько же занималась сама. За достижение своих воспитанников Лена и получила стипендию. Кстати, именно ее подопечные открывали торжественное мероприятие. Нравится моя работа. Это даже больше не моя работа, это мое призвание. Получаю колоссальное удовольствие от своей работы, от своих детишек, от их достижений. В разные годы стипендию получали 13 тысяч человек. К ним добавилось еще 1000 талантливых и одаренных. Женин Андрей Шоклев, Республика.